Нити грязного цвета, такой вода, водопад 80 метров вот длина. И эта гора, на которую лигнит наверх, наползает. Это все называется одним словом Джугутур Лючат. Это в переводе место, где водятся туры. Они тебе в автобусе рассказывают, это горные козлы. Далее. Это все лесистые, внизу покрытые лесами пихтовыми, с примесью буковых лесов. И наверх отвесные скалы, называется пик Театран. Чуть правее, белоснежная вершинка, называется Супроджу. И прямо напротив нее клык такой, напоминает зуб черный. Без снега скала, называется зуб Супроджу. И самая правая гора, видите, такие светлые полосы опоясывают эту всю гору. Называется гора Белая Лыкая. В переводе полосатая гора, потому что имеет такое название, видите, и светлые полосы, полосы кварца окольцовывают всю гору. Остальное наверху я вам покажу еще самую высокую гору, которая здесь есть. Гамбай-Эльгей.